Вот и наша машина прибыла к нам на склад. Сейчас мы вам покажем во всех подробностях. Машина заводится и едет с маленьким повреждением пассажирской передней двери. Автомобиль очень достойный, 2013 года. И подключено, получается, как мы вам уже сказали, 6500 долларов в Одессе полностью под ключ. То есть человек ее забирает, своим ходом везет в Черкас. В общем, эту прекрасную красавицу Kia Optima 2013 года, сток номер 11146537, мы приобрели, мы ее купили, выиграли. Значит, машина продавалась в Монреале, у нас в Монреале, это не так далеко по доставке получается, вот ее ВИН-код. Кстати, ради интереса можете даже проверить, вот ее ВИН-код, если вы забьете в Гугле, машины такой нигде нет, вы ее не найдете просто по системе. Соответственно, вот мы ее покупали с этого аукциона Impact Auto. Как я вам говорил, что это серая лошадка. Получается, это аукцион не бьется ни по автостату, ни по любым вот этим программам, ни по Google. Ну, соответственно, машина выгодна во всех отношениях, да? То есть, какая бы она ни была разбита. Но в данном случае машина практически не разбита, вообще целая. То есть, если говорить. Мы вам назовем, опять-таки, цены в разные страны по вот этой машине. В реальности она, эта машина идет в Украину, в город Черкасы. Значит, вот ее пробег 94 тысячи километров. И вот ее повреждение. То есть, ну, если так пройтись, давайте пройдемся с вами по фотографиям. Потом я вам покажу 360 градусов и в салоне, и снаружи. И в салоне, да, и снаружи, и в салоне. Ну, то есть, как видите, вся безопасность целая. И вот она. Вот вмятина, вот эта дверь, получается, передняя правая дверь пассажирская, она помята. Ну, соответственно, вот, как вы видите, щиток. В салоне очень чистенько, аккуратно и чистый. 13-й год, 6-й месяц 13-го года. Вот вам моторный отсек. Мотор 2.4 у нее, бензиновый, который без проблем можно установить на него газ и радоваться жизни. То есть она очень экономичная машина, ну, все ее прекрасно знают. Особенно в Украине это очень популярная машина. Давайте я вам покажу ее по кругу. Прекрасная фича, вот эти 360 градусов на аукционе Impact Auto. То есть вот смотрите, по передку абсолютно целая, никаких вмятинок, ничего нет. Красивые диски у машины. Задок абсолютно целый. Ну и вот с этой стороны видно повреждение. Пассажирская дверь передняя, вот ее скорее всего... Я не знаю, то есть, может быть, отремонтируют, но может и поменяют. Посмотрим. Уже сам клиент решит, что делать с этим. Так, и вот она в салоне. Какая. Да, кстати, очень такой вот немаловажный момент. Это машина на механике. То есть у нас в Квебеке здесь бывает такое, встречается, что люди ездят на механике. Ну, не часто, но бывает. Это, ну, как бы. По разным предпочтениям, да, вот некоторые там просто хотят ехать на механику, никакого не помогает. Ключ у нее, ключ есть, все нормально, машина заводится и едет. Давайте пройдемся. Салончик, видите, очень такой аккуратненький, не убитый. Все эрбэги целые. Сзади тоже очень чистенькая машина, ну, сбоку тоже. Ну, то есть очень... хорошее состояние автомобиля для 2013 года. Ну, в общем, вот, то есть, посмотрите еще раз, как она выглядит. Еще раз вернемся к панели управления. Покажу вам estimate, вот видите, damage estimate. Получается на 7846 долларов ремонт, то есть по меркам, вот она, получается, наших страховых компаний. Ну, тут видите,
компания Aviva Canada делала стимосъем по вот этой машине. То есть вот сама это вот получается информация про получателя, про тех, кто делал инспекцию. Вот. Ну и, соответственно, вот что, ну, это опции машины. И, соответственно, то, что надо менять и ремонтировать. То есть, ну, тут все написано на французском, там, пентюре, репарасьон. Ну, вот, допустим, сколько вот это, часов, да, сколько часов надо потратить на, допустим, ремонт. Вот смотрите, L Avant, это переднее крыло, репарасьон, 1 час работы. То есть это надо будет чинить, да, L Avant, пентюре. То есть это, видимо, рихтовка, они имели в виду, час надо рихтовать, там, что-то там подгонять. А вот это же крыло покрасить 2,2 часа. Ну, то есть, соответственно, из этого все и набегает. Цифра такая сумасшедшая, там, под 8 тысяч долларов. Ну и, соответственно, тут что-то, видите, тут Piet Sense Center, то есть это какая-то подножка, 245 долларов стоит. Потом, что там, порт, вот дверь. Видите, 305 долларов дверь стоит. Ну, короче, какие-то запчасти, они посчитали, естественно, и часы работы. Самое большее, наверное, это труд, сколько здесь стоит. Вот, 7596 долларов. В общем, запчастями мы эту машину не комплектуем, потому что нет смысла, это все делается в Украине. Ребята, либо сами тут приобретут на месте, либо они починят. Окей, переходим теперь к торгам. Вы сейчас увидите, как проходят реальные торги по этой машине, за какие деньги мы ее выиграли в канадских долларах. Это все ставки в канадских долларах. Потом мы вам покажем цифру в панели управления, сколько вышла итоговая цифра выигрышной машины. Да? И дальше мы вам назовем стоимость данного автомобиля в разные страны, в страны Евросоюза, в Украину и в Грузию. Вот эти, получается, три страны мы назовем. Сколько будет стоить эта машина под ключ в каждой из этих стран. Вот. Ну, побежали дальше к следующему сюжету. А вот и наша машина прибыла к нам на склад. Сейчас мы вам покажем во всех подробностях. Машина заводится и едет с маленьким повреждением пассажирской передней двери. Автомобиль очень достойный, 2013 года. И подключено получается, как мы вам уже сказали, 6500 долларов в Одессе полностью под ключ. То есть человек ее забирает, своим кодом везет в Черкассы. Давайте я вам сейчас внимательно пройдемся по всем деталям, покажу, как машина работает, как она едет. У нее есть определенная особенность. Коробка скоростей у этой машины механическая, это очень большая редкость для Канады.
Вот, ну, заказчику это нравится, он с большим удовольствием берет ее, и за такие деньги в Черкассах он ее будет, как говорится, эксплуатировать или продавать, но суть не в этом. Вопрос в том, что машина хорошая, живая, Kia Optima 2013 года. Давайте мы вам ее покажем, и вы уже составите свое мнение относительно соотношения цены-качества. Ну, мотор работает очень хорошо, 2.4 двигатель, который легко можно переоборудовать на ГБО, и в Украине это так и сделают, то есть в Черкассах наш клиент, возможно, поставит газобаллонное оборудование на эту машину. Чистый 13-й год, 6-й месяц. И опции. Правда, машина в механике. Ну, ничего такого страшного нету. Подогрев сидений у машины. Как вы видите, все как положено, все очень красиво. Бензина мало, бензина реально очень мало, но такое дело. Давайте по кругу пройдусь. Вот у нас какая температура на улице, 17 градусов Цельсия. Вот ее пробег 94 тысячи километров. Стеклоподъемники сзади электрические. Попробуем открыть багажник сейчас. О. Огромный багажник. Ну и вот сам удар. Дверь я пробовал открывать, посмотрел. Походу, тут немножечко придется рихтовать стоечку. Видите? То есть удар немножко коснулся здесь, получается, вот этой стойки. Но никаких проблем, это не сложно делать. Здесь все четко открывается без всяких проблем. Что, автомобиль в механике. Самое интересное, что когда попытался на нем проехаться на территории склада, то такое ощущение, что был заблокирован ручник или что-то, не знаю, или колодки, что-то, как будто она очень давно стояла и колодочки были поблокированы. Давайте попробуем проехаться сейчас на ней, посмотрим, как она едет. То есть в механике я давно уже не ездил. Вот это да, прикольно. Ну вот она на механике, все как положено. Прикольная штука. В общем, едет она нормально, все разблокировалось. Немножко подергали ее туда-сюда и все в порядке. Давайте я попробую вам показать еще раз со всех сторон эту машину, как, что, что, наше мнение, точку зрения и так далее. Итак,
как вы видели, цены вы уже на нее посмотрели. Я хочу еще раз сказать одну очень важную вещь, что эта машина получается уже до Одессы со всеми расходами, полностью со всеми расходами, $6,500 США. То есть это под ключ, это уже с растаможкой, это уже с портовыми всеми сборами, брокерскими сборами в Одессе, соответственно, с доставкой, со всеми-всеми затратами, которые только есть. Вот она, столько денег получается в Украине под ключ. То есть вполне неплохо за $6,500 машину, которая 2013 года, которую можно установить, на которую можно поставить газ без проблем. Единственное, что она в механике, как вы видите, да? Но я думаю, что это не небольшая беда с коробкой скоростей механической. Нет, ну смотрите, какой салон, кстати, чистенький у нее. Некоторых людей очень устраивает механика, то есть это нормальное явление. Это очень даже неплохо. Тормоза заблокировались немножко, пока она стояла, подржавели. Вот и весь компот, почему она не ехала. Вот видите, они подржавели просто. Моторчик работает очень классно. Сейчас я вам открою его еще раз. Работает очень хорошо, моторчик, очень все в порядке. Видите сами. Жидкости окей. Посол в порядке. Уровень охлаждающей жидкости минимальный, но он все в порядке, все нормально. Масло тоже проверяли перед тем, как завести, тоже все хорошо. Ну, наверное, основной из важных таких показателей, как работа мотора. То есть, если вы посмотрите температуру двигателя, то здесь все в порядке, видите? Даже серединки не набралось. Машина неплохая. Bluetooth у нее есть, кстати, как вы видите. Хорошая машина. Хорошая Kia. Я думаю, что она с большой радостью поедет в Украину. С большой радостью. Ну, в принципе, что сказать, проехались мы на ней. Вот они рекламируют 360 градусов, видите. Проехались мы на ней, посмотрели мы ее. Можно с уверенностью грузить в контейнер и отправлять в Одессу. Все с этой машиной хорошо. Это ее ВИН-код. Еще раз покажу. Сиденья очень такие аккуратненькие, не убитые, видите. Ну, автомобиль достойный. За такие деньги автомобиль достойный. Бензина, правда, мало, конечно. Наших дорогих украинцев не порадовали канадцы тем, что бензина практически нету, да? Вот все, что у нее внутри есть. Домкрат, баллонный ключ, запасное колесо. Правда, докатка, но все равно что-то. Машина изначально продавалась в Монреале. Kia West Island Montreal. Хороший автомобиль. Kia Optima. Отличный автомобиль. Окейчик. Везем ее. Подвозим к контейнеру и грузим. И отправляем в Одессу. За $6,500 достойный вариант. Под ключ в Украину. Отвык я, конечно, от коробки механики.
есть свои, конечно, нюансы, но зато переживать нечего за такую машину, она не подведет ни в коем случае. Ну что, мы ее сейчас подвозим к нам на склад, проехались немножко по территории. Работают дворники, все в порядке. Проехались немножко по территории. Вот, и что, оставляем ее возле контейнеров. И, наверное, уже сегодня пятница, в понедельник, наверное, уже будем грузить эту красавицу. Ну, едет она отлично, в общем. Что можно сказать про машину, которая 13 года, с пробегом 94 тысячи километров. У нее даже нету 100 тысяч километров. А кореец, который очень надежный, моторы хорошие, надежные. Музыка, пожалуйста, вам будет. Вот, ну, все работает. Проверил по кнопочкам, по всем абсолютно опциям. Все четко работает, видите, там два режима подогрева сидений, тоже отлично все работает, кондиционер тоже работает хорошо, все стеклоподъемники тоже отлично работают. Ну что, бензина мало, но имеем, что имеем. В общем, грузимся и отправляем. И спасибо вам еще раз за то, что вы к нам обращаетесь. Привет, привет всем. Спасибо вам за то, что вы к нам обращаетесь. Мы стараемся свою услугу делать по максимуму, хорошо, качественно и как можно выгоднее для вас, чтобы было. Окей, до новых встреч, до свидания. Увидимся в следующих обзорах и в следующих машинах, которые мы вам будем грузить в контейнера и отправлять в ваши страны. Пока-пока.